ничего. Вы сидите где восклицательный знак? Я сижу на своей месте. А на восклицательном что там? Восклицательном это почва там находится. Понял. О, боже ты мой. Че? Да тут целая это... Хорошо. Демонстрация. Ты что, бежишь и видишь снег, да? Я бункер нашел. Да, может, Клеймор потом выдать? Алекс, ты нашел подходить, пожалуйста, вот ты реально орешь, я тебя слышал, да, что у меня, я не знаю, я переключался на шепот, у меня походу он переключился на... Может, пару клеймарчиков выдать? Не надо. Ну а чё, весело будет? Они со взрывателем идут, они такие, как на ногу. Не, чё, зато будет под ноги потом этот, смотреть больше. Хорошая тренировка. Не, слишком же. Залил скрин. Сейчас выйду почекаю. О, война, война, война! Пляжки просто лежите, ждите, пока не заходить будет, они рассчитывают нам прострелить нас. Да они сейчас гранатами закидывали будут. Пипец, меня пышает и глушит. Ух ты, нифига, меня гранаты ранило. Или это ГПшка была? Что-то едет? Не крыша, а колодка. Только лодочка. Ну, у них же нет транспорта. Только лодка, да. У кого-то с фонарком. Значит, плыву? На юго-востоке голоса слышу. Рядом совсем на пыне. Вали гонду, давай. Кто че? Американцы маслину. Чикается вы сейчас?
затвором сводчика. Стреляет бункер. Я с бункера стреляю. Бля, там дымы. ППШ, кстати, тащит. Да? Тоже кофе тащил? Я не вижу никого. По крайней мере, заливать в жопу кому-нибудь. Саня, ты жив? Да, тут. Что это было? Это чего? Убил американца. Американца? Бросай гранату! Всем лягать! Хрена себе, практически меня. Это охуенно была граната, мне въебало, блядь. Кто у нас тут олимпийский росок сделал? Меня. Качкажи. Угу. Я рядом с тобой, я рядом с тобой. Понял. Кон, ты? Кто-то идет к нам. Или это ты ходишь? Я последний хожу. А кто вас клинил, Паш? Я не знаю. Ну ты слышал, Паш, да? Да, да. Посмотри, ко мне пацан какой-то в кустах, а такой чик-чик-чик-чик. Я еще, короче, чик-чик-чик-чик, отбежал, а такие вроде нету больше. А я чисто на этот чик шел. И так я на тоже, походу, вышел. Паш, ты убил? Ты, короче, кто-то походил и пошел убегать от меня. Я с Макшитин пытался этой попасть нормально. Ну, я кого-то в спину в бункере убил. В бункер кто-то зашел, я там ему под бронежилет в жопу насывал с ППШ. А ты в кустах не убегал? Это либо ты, либо Алекс был. Не знаю. Может, Питер Алекс так жестко отвалился. Может быть, я в кустах ботов, которые там стояли на входе. Он такой, оп, пострелял, начал валить. Гонза там выдержал пульт 20 села. У Гонза бункер хороший, это Мальден бункер, ты что? Бронированный. Я с вас РПГ пальнул. Третий класс защиты, ему все равно. А он не разносится, я ему урон выключил. Подожди. Нет, его ранил, он сидел привязан там, валяется какие-то. Это я его Спитер, ранил. Спитер, добивай врага, Борис. Добивай врага. Он не умеет. Хотя, может, он до этого еще. Сел. Мне нравится, я заснял. Сейчас я с Гонзо. Сам чисто дотус выходит, такой, о, здорово, братан. Смотрите на Спитера с Гонзо. Куша чисто пощам. Чик-чик. Да, чик-чик, и сачи, чик-чик. Это не Гонзо в клинике. Сейчас еще Гонзо. Ящик смеется, мне дымится. Да. Открывай. А он... Нифига, как Спитер развернулся. Вы видели, как он в Спитера стрелял и не попал да, еще? Да, а кусты бронированные просто. Он из куста просто стреляет, а куст бронирует. Я на секунду от Спитера отвлекся. Я думал, что брони яйца заблокили. Посмотреть, как Гонзо в дерево зажимает, а он уже испарился. Нет, просто вот тут вот кусты, которые сохрани, они не пропускают патроны. Офигенно. Будем знать. Знаешь, их по периметру можно ставить специально, чтобы не простреливали сюда. И бункер тоже. Блять, поэтому Алекс выдержал, я тоже через кусты стрелял. Так, Спитер сейчас своего убьет. Возможно. Не-не, навряд ли. Но он отвечает. Да не, а там ясно. Он с пулеметом ходит, как дикий. Спитер, я сомневаюсь, что он... Гранату кинул.
А, Гонза попасть, убил. Я все-таки Гонза нужен. Я вообще нихера не понимаю, что происходит. Это что за херня, блядь? Вьетнам, сейчас флешбэк поймаю, если тут охуеете, блядь. Алекс хатабом в упор. Они там разговаривают, наверное, их диалог. Я вот балка такой слышал, я останавливаюсь и молчу. Алекс тупо лег. Слышь, Влад, чтобы ты понимал. Я не зажал, он уже испугался. Влад, ну чтобы ты понимал, из серии закрылся. А там сорсия убил гранаты, что ли? О. Сука! Что там? Ага, там. Только на мышку нажимаем. А чем без камеры бомбанулся? Потому что боты скорее всего есть из-за бота. Кто это влежал у американцев? Можно какой-нибудь апач добавить? А чё он мне это не отвечает? Паша, напиши Кочегара, если можешь, или я сейчас напишу. А можно сюда какой-нибудь апач добавить? Сам. А то это ужас. Исторично, чтоб был, да? С чем? Во Вьетнаме апачей не было. Да, кстати. Я понимаю, тут нету... А чё вообще надо было здесь американцам сделать, скажи? Уничтожить кучку взорвать. Вот там вот где бункеры, бункеры, там где накопано земли, вот там внутри этого бункера. А там всегда центральным респектом. Ну, в принципе, да. Я не знаю, какая система это напутана. А кто это бочки сидит? Это боты. Посмотрите на Кочегар, у него топор. Я Кочегару не стал, чтобы он тушил. А он понял, что? Да. Я понял просто в Steam. Чё одного топ? Извините. Кто там такой еврей пошел лутать свою бочку? А кто это так там? Быстро? Я даже не лутал, я просто-напросто лежал и...